Зовут Олег. Сегодня хочу рассказать уже далеко не новую тему про функциональный подход в Java. Многие как бы уже сталкивались с Java 8, многие имели дело, но далеко не каждый как бы знает, что подобные вещи еще были реализованы очень-очень давно с помощью библиотеки Guava, используя анонимные классы, начиная с версии 5. Вот. И в этой презентации я попробую рассказать сам принцип функционального подхода в программировании Java. Посмотрим его плюсы, насколько код будет лучше поддерживаться и насколько это будет проще. Вот. Мы вначале как бы рассмотрим, то есть пережитки таких вот итеративных процедурных языков программирования, которые к нам пришли в Java. Вот. Рассмотрим вообще понятие функциональный идиом. Рассмотрим, как они реализованы в Guava и в Java. Потом попытаемся ответить все-таки, что это на самом деле, функциональное программирование или это чистое ООП. Дальше мы рассмотрим, как можно код сделать еще короче с помощью лямбды. И еще несколько фич от главы напоследок рассмотрим на примерах некоторых интересных задач. Итак, давайте вот представим, слева у меня есть класс Point с координатами x и y, будет типа long, а справа класс Dot. Я взял Big Decimal, чтобы не было погрешности вычислений. Нам нужны очень четкие координаты для этого. И стоит задача, что нужно из листа класса поинтов сконвертировать в лист класса dot по некоторым условиям. Вот. То есть, секунду. Съехала. Ага. То есть у нас есть функция create dots from points, которая принимает на вход листы поинтов и x, y фактор. То есть это то, на что мы будем умножать. То есть мы каждую координату поинтов умножаем на соответствующий фактор и добавляем класс новый инстанс класса dot. Вот. С помощью, то есть такой неловкой манипуляции можно как бы этого добиться. Теперь далее. Нам стоит задача отфильтровать поинты. Что мы оставляем только те поинты, где координаты x меньше y. И только потом мы будем создавать класс dot. После этого стоит новая задача. Фильтровать поинты по координатам и по какому-то там делителю. То есть нам главное, чтобы каждая координата делилась на два без остатка. Вот. И мы опять находим, то есть это место и дописываем соответствующие строчки кода. Потом нам говорят, нет, давайте-ка в отдельных случаях мы будем фильтровать только по координатам, а в других случаях мы будем фильтровать только по делителям. И у нас превращается вот в такую непонятную кашу, и плодятся, то есть много-много-много методов плодятся. Вот, то есть мы как-то можем все обобщить, все как бы вынести, но опять же таки, у нас либо будет дублирование кода, либо будет очень большие громоздкие методы, непонятные с большими Java-доками. Далее, еще один пример. Мы хотим теперь создать мапу, которая будет содержать в себе по ключу это значение нашего трансформированного поинта из, получается, из поинтов dot, это будет наш ключ, а значение это будет сумма координат. То есть мы пробегаемся по поинтов, создаем новый объект dot, и
В мапу сложим по ключу dot, а по значению сумму координат нашего только что созданного dot. Вот. Далее. Теперь нам нужно отфильтровать эту штуку, и мы говорим, что значит нужно, чтобы координаты были, то есть сумма координатов была меньше, чем какое-то значение, то есть чем максимальное, чем заданное. И у нас превращается вот наш вот этот вот цикл с вложенными ифами вот с таким вот условием. Вот. То есть, как видим, подобный подход, он не совсем, вот можно он четко и понятно объясняет, но не совсем поддерживаем, потому что как только нам нужно применить какие-то внешние дополнительные условия, то есть и факторы, у нас дублируется код устаревает и становится менее поддерживаемый, и работать с ним становится невозможно. Что мы хотим сделать? То есть мы хотим выделить области, собственно, условий, которые нам приходят извне. То есть в данном случае, то есть это x, y фактор, на который мы умножаем координаты точки point. И то есть это максимальное значение, по которому мы будем дальше фильтровать нашу мапу. Также мы можем выделить здесь, что мы создаем. То есть у нас есть как бы лист поинтов, и мы можем создать с него map, можем создать с него там лист, set. То есть это тоже мы выделили в отдельную штуку. И что получается? Сразу скажу, пока не пугайтесь. То есть мы делаем метод с помощью главы. Мы метод create filter.map. Мы параметрами передаем всего лишь функцию, которая трансформирует точки в доты, потом функцию, которая фильтрует наши доты, и функцию, которая то есть конвертирует наш лист в мапу. Вот. И функция выглядит всего вот в одну строчку. То есть мы взяли некий fluid iterable от чего? От входящих листов, от поинтов, трансформировали его по определенному правилу, отфильтровали и скастили к мапе. Вот. И вот здесь, собственно, мы эти все условия задаем. То есть чем этот подход лучше? Тем, что нам не нужно, у нас всего один метод есть. То есть один метод, и он неизменный. И все входящие условия, они будут, то есть, приходить из вызова этого метода. Вот. Существует вот два таких вот как бы стиля кодирования. Первый – это когда у нас есть метод, и входящие параметры у него функции. Вот. И второй – это когда непосредственно функции это создают нам, то есть методы создают нам соответствующие функции с нужными значениями, а в коде мы непосредственно пишем без метода, напрямую вызываем. Вот. Собственно, какие еще могут быть, что можно еще отсюда полезно вынести? Допустим, если функция у нас, допустим, которая трансформирует нашу мапу, наш лист, конечную мапу, она не зависит от каких-либо параметров, мы ее можем вынести в константу. То есть вот это все, что в скобках, мы можем вынести в константу. Вот. Давайте вот сейчас посмотрим. То есть вот у нас как бы есть мапа. Я, смотрите, я создал лист поинтов. Получается, у меня будут поинты то есть точками, то есть минус 100, 100, минус 99, то есть и так далее. У меня много-много поинтов. То есть изначально их создал, я хочу потом с ними работать. Вот. Так, это не надо пока что. И вот в этом случае, то есть у нас есть
как в презентации было показано, вот, функции, которые возвращаются из методов. И у нас есть функция, которая не зависит. То есть мы ее можем просто взять и... внести ее в константу, и она у нас теперь наверху. То есть, соответственно, код сокращается еще больше. Также мы вот эти функции, если мы не хотим их вкладывать в нашем исходном классе, мы их можем просто вынести в отдельные классы, то есть и которые отэкстендятся от com Google Guava Base Function. И соответствующим конструктором мы заинитим необходимые нам параметры, и здесь еще будет меньше кода. Вот. В Java 8, как вы видите, сейчас абсолютно то есть то же самое. За исключением того, что нам нужно вначале взять стрим, потом мы вместо transform делаем map, и вместо toMap мы делаем collect. Я тут делал collect-to-list, вот. Можно тоже сколлектить к мапе. Вот. Сейчас мы посмотрим на то есть Java 8. Вот, то есть, в принципе, то есть абсолютно то же самое, то есть те же переменные. Вот. Ну, у Java 8 есть там некоторые еще свои фичи. Например, если мы здесь сделаем параллель стрим, то есть если нам порядок не важен наших листов, то JVM сама распараллелит, сама создаст нужное количество потоков, и более того, она будет само мониторить их и делать анализ, сколько потоков лучше создать в следующий раз при вызове. Если у нас часто вызывается вот этот, допустим, метод. Вот. Ну, эта штука на FropJoin написана. То есть это то есть вот что касается именно функциональных вот таких вот идиом. Теперь по этому вопросу есть какие-то? Именно по функциям, по предикатам Guava и Java 8. Слышь, Олег, а ты производительность не сравнивал? Ну, вот ты главовская, либо, да, с Java 8 не пробовал? Насколько она будет? Производительность пока как бы не сравнивал, но я как бы знаю, у Guava, получается, у нее есть свои обертки над коллекциями. И если использовать чисто коллекции Guava, чисто вот гуавовские листы, гуавовские сеты и мапы, то целесообразнее будет использовать тогда именно главу в том случае. Вот. Что еще хотел сказать? Смотрите. Еще вся прелесть в том, что... Вот давайте мы сейчас сделаем. Вот у нас есть поинты. Только поинты. Я беру... Вот interable, from points, filter. Вот и create. Что у нас там есть? И ладно, давайте к этому воспользуемся, чтобы выбирать. Я вот эту штуку комментирую. Получается. Соответственно, это сейчас удалю. И вот у нас есть этот предикат. И мы хотим знать, вызывается ли он, нет. Напишем transform. А здесь мы напишем
развернуть его. Здесь мы напишем. И смотрите, мы вызываем, у нас ничего не происходит. И мы можем наш float variable передавать дальше, много-много раз использовать, и то есть Java не будет как бы его вызывать до тех пор, пока мы не попробуем сделать создать какое-то значение. Допустим, здесь сделаем. И когда мы делаем toList, только потом уже идет обработка всего-всего всех вот этих чейнов. Вот. У Guava есть возможность сделать float variable, который будет как по типу билдера. Также есть возможность, если мы всего один раз хотим что-то отфильтровать или оттрансформировать, мы можем сделать просто variables.transform. И тут мы укажем, что мы трансформируем, и где мы будем задавать там новую функцию, которую мы хотим. Мы будем трансформировать это дело. Вот. Кто-то там вопрос написал. Или нет? Вот. Так, теперь давайте рассмотрим, вернемся к презентации и рассмотрим можно с помощью лямбды еще сократить. В общем случае, если у меня есть в интерфейсе, и в интерфейсе есть несколько генерифицированных параметров, и есть один нереализованный, то есть метод, то создание инстанса анонимного класса с помощью этого интерфейса можно заменить лямбдой. Вот так. То есть, и количество строчек сокращается в данном случае у нас в 4 раза. И у меня умная есть идея. Делаем replace with lambda. И, то есть наш код сокращается во много раз. Более того, если мы хотим, мы можем, если это в одну строчку, мы можем уже отсюда просто что-то вот взять и скопировать все сюда. Код будет еще короче. Вот. Так же самое и то есть абсолютно что Guava, что Java 8, ему вообще все равно. Ну, главное, чтобы был один интерфейс с нереализованным методом. Вот. То есть это что касается лямбды. Вот. Я хотел бы еще сейчас продемонстрировать вот одну небольшую задачу, интересную, с использованием главы. Вот. Перед этим хотел спросить, есть ли какие-то вопросы по поводу функций, предикатов по данном этапе. Алло, Олег, слышно? А, да, слышно. Скажи, пожалуйста, ты юзаешь стрим, это sequential stream, да, когда ты стримуешь какую-то коллекцию либо мапу, и показывал ты параллель стрим, который происходит в GTK 8. То есть в GTK получается параллельное стримование идет уже на уровне ядер, мультикора, да? А если мы юзаем Guava, то мы, соответственно, юзаем там Java 6, либо 5, либо какую-то более раннюю. То есть мы не можем уже стримовать на уровне ядер, да? Да-да. В Guava нет возможности распараллеливать на данный момент. Последняя версия — это Guava, по-моему, 18-2014 года. Раньше она выходила каждые 3 месяца, вот, стабильный вот, новая версия. Сейчас она не выходит. Поэтому если нам не важен порядок, и важен перформанс, то однозначно нужно использовать параллель стрим. Да, это еще вопрос относительно производительности параллель стрима, то тут как бы
Нужно оптимально смотреть, если у нас небольшая какая-то коллекция, то стоит его обрабатывать обычным стримом, потому что Ну, это естественно. стрим большие идут издержки на создание трета. Это естественно. Это параллель стрим, ну, я так понимаю, что это когда коллекция идет от 1000 элементов или еще больше. Тогда целесообразно. И там не простые, то есть элементы, объекты там, с одним двумя полями, а там большие сложные объекты, и в каждом есть там еще вложенные объекты, то тогда однозначно то есть параллель стрим. Если это маленькие объекты, то нет смысла это использовать, если перформанс упирается именно по времени, допустим, в нагрузку там, в сеть, в какой-то вот другие то есть места такие. Вот. Да, там получается накладные расходы на создание еще одного потока будут гораздо больше, чем одна типная задача по сортировке. Такое может получиться. Да, это естественно. Вот. Еще как бы вопросы по, то есть по самому подходу, по самому принципу. Просто ведь вот, если так смотреть, честно, мне кажется, что использование вот этих вот анонимных классов вот именно вот в чистом виде до того, как появилась лямбда, то есть на самом деле это было, то есть это и есть как бы чистая реализация, то есть ООП, потому что сейчас мы вернемся, то есть потому что вот у меня в этом подходе у меня то есть цикл. И у меня часто бывает, у меня цикл в цикле, а там у меня ифы, а там у меня еще какие-то условия. И то есть я то есть создаю как бы оболочку, мы создаем с помощью то есть Guava, ну на самом деле Guava это все сделала, создает оболочку, и у него уже под капотом все эти циклы, они внутри зашиты, они у него оптимизированы, то есть протестированы, и то есть мы говорим, то есть что мы хотим делать и с чем мы хотим делать. Вот. А как это делать? То есть это решает уже то есть библиотека, вот, ну, или Java 8, или Guava, на ваш выбор. То есть как это делать? То есть, по-моему, вот это то есть, есть как бы использование ООП в чистом виде. И вот сейчас хотел бы... моя любимая эта задача. Вот. Давайте там откроем. Текстовый редактор, например, какой-нибудь. Да. В общем, задача такая. У меня должен быть какой-то класс, и когда я обращаюсь к нему по методу grid с текущим временем, у меня... То есть программа должна сказать, если у меня, допустим, 9.00, 12.00, программа говорит, morning roll. Если у нас там 12.00, 15.00, программа говорит, не знаю, Dave World. Давайте там для простоты и все остальное. Программа говорит там. То есть есть как бы функция grid, которая принимает на вход время. Вот, давайте, наверное, нарисуем схематично. То есть нарисуем шкалу времени, вот, и сразу увидим всякие подводные камни, которые можно увидеть. Так, времени здесь у нас будет 0. Здесь у нас будет 0. У нас будет то есть 23 59. Я написал то есть
нарисовал схематично, чтобы можно было разграничить. И вот теперь, когда у нас есть такая шкала, вот в каждом промежутке нужно сказать свое приветствие. То есть здесь у нас будет, допустим, night. Здесь у нас будет night. И здесь у нас будет там, morning. Здесь у нас будет day. И здесь у нас будет evening. То есть, казалось бы, ничего сложного. Вот. Но потом заказчик нам говорит, типа, а ты знаешь, я хочу, чтобы вот в этом промежутке у нас был ланч. Вот. А в еще каком-то промежутке, допустим, то есть еще какое-то кастомное приветствие. То есть, когда мы с этого момента до этого момента, у нас morning, потом идет ланч, потом снова morning, вот, потом day и так далее. А еще клиент говорит, что, ты знаешь, сделай нам кастомное приветствие, чтобы мы сами в файлике могли говорить, что будет, когда будет ночь, что будет, когда будет утро, ланч и так далее. И то есть представьте себе, просто вот, когда мы программируем на Java старым стилем, сколько много вложенностей ифов, кейсов, всяких там фабрик, стратегий у нас будет в этом случае. Вот, просто представьте. Вот. И вот я, собственно, хочу, вот, чтобы кто-то вот предположил, за сколько строчек можно решить эту задачу. Ну, для удобства будем считать, что время у нас, допустим, 9.00 будет выглядеть так. Там 23.59 передаваться вот in tone. Вот таким образом. Почему? Потому что Seedball Date формат просто можно отформатировать легко текущее время, сконвертировать в такое вот число. Вот. То есть есть как бы идеи, сколько строчек как бы можно решить данную задачу? Окей. Так. Сейчас я создам. Смотрите, я тут заготовил. Допустим, у нас есть тест. Вот, в данном случае он возвращает. То есть, pointer у нас пока нет ничего. Олег, тебе пишут сообщение 1.05. Что? Сообщение 1.05. Да. 1.05 чего? Ну, смотри. По ситуации уже. Андрей, Олег, вы можете поговорить с Олегом, если вы знаете ответ? Я думаю, будет одна строчка, и сейчас нам презентер покажет именно как. На самом деле не одна строчка, но намного меньше. То есть я гарантированно могу решить эту задачу, не используя циклов и ветвлений. Вот. Ну, в внешнем виде. Естественно, под капотом они будут из тех фич, которые буду использовать. Вот. Так вот. Изначально давайте создадим... У нас есть... То есть метод, который от времени возвращает... Ну, в данном случае... Ну, давайте создадим... То есть класс, назовем его, скажем, greeting. Вот. В Guave есть такая штука, называется range. Может быть, кто-то слышал?
условием не равно. Что эта штука из себя представляет? На самом деле это обертка от компаратора и предиката со своими различными фичами. Вот, ну, допустим, чтобы создать range, давайте range integer меняется. Чтобы его создать, мы говорим range close open, и у нас logger и higher. Естественно, наши вот эти штуки мы должны имплементить comparable, чтобы можно было сравнивать. Logger 0, higher допустим 10. И теперь мы хотим узнать наш range contains 5. Точнее 3. Давайте это выведем. Оп, true. Range contain. Допустим, contains 11, false, contains 10, true. То есть мы можем на самом деле сделать close open, тогда contains 10 будет false. То есть по сути дела, то есть это как математики выписали, то есть число там от 1 с открытым промежутком там, до там, 10. То есть вот так вот. То есть я же его использовать буду, вот у меня объект greeting будет как раз отвечать, хранить информацию, с какого периода времени ему нужно дать приветствие и какое, собственно, приветствие ему нужно сделать. То есть, поэтому, то есть, по time range как бы все понятно. Если непонятно, задавайте вопросы, сразу перебивайте меня. Вот. Также я хочу, у меня было сообщение, и мне нужен приоритет. Это вот кто-то может назвать костылем, а на самом деле это изящное такое решение. То есть, когда у меня время, допустим, совпадает, время ланча содержится во время морнинга, и мне нужно выбрать одного из них. То есть здесь вступает в силу, то есть, приоритет. Давайте сейчас нам идея. Все делается. Все красивенько. Так. Мне нужны только вектора. Окей. Поскольку мы создаем, я, наверное, сделаю здесь приватный конструктор. Здесь я сделаю статический метод с factory, который будет возвращать мне instance. Greeting. По priority у меня будет int low. Я, значит, возвращаю здесь range open file на сети priority. Я это, собственно, делаю, чтобы мне в дальнейшем было удобно создавать такую штуку. Вот. Теперь в этом классе нам нужно некоторое
проинициализированная уже, то есть штука, которая будет содержать все наши объекты с соответствующими ранжами времени и с соответствующим приветствием. Вот. Поскольку как бы оно будет уникально, мне достаточно воспользоваться сетом. А еще одна из вещей Гуава, которую можно подчеркнуть. Можно даже так сделать. У нас есть mutable set, кажется. Мы можем на ходу создать, мы можем сделать билдер и добавить сколько угодно элементов. Add, и потом, собственно, сделать билд. Вот. Или там есть перегруженные конструкторы. Если у нас будет немного, мы делаем off. Здесь мы перечисляем, что нам нужно greeting. Create. Получается от 0 до 24.00. Вот это оно будет ночь. И будет с минимальной приоритетом. Эту штуку, знаете, можно вынести станцию. Дальше что мы делаем? То есть хотим morning. Ставим ОК. 9.00, 12.00 у нас будет morning. Хотим день. 12.00, 15.00 у нас будет день. Хотим evening. 15.00. Насколько у нас будет? Не знаю, как будет. Будет тут 16. Будет 16.00 до 23.00. Это будет. Поскольку у нас все является под каждый рейндж является частью рейнджа ночи, у них должен быть приоритет побольше. И мы хотим сделать еще, допустим, ланч. Пусть у нас будет там, пусть будет лучше дня. 13.30 до 14.00 у нас будет ланч. Приоритетом больше, чем у дня. Вот. Теперь, что нам со всем этим делать? Давайте создадим еще такую интересную штуку в Гуаве, называется Order. Uh
что такое ordering? Это абстрактный класс, который имплементит компаратор. Вот. У него есть много полезных методов. Вот. В данном случае, то есть нас будет интересовать метод of ordering. Сейчас, from наш set, и можем сказать max, можем сказать min, и на самом деле тут очень много полезных вещей, которые облегчают нам жизнь. Вот. В любом случае нас будет интересовать только max. То есть мне нужно переопределить метод compare. Я воспользуюсь, то есть мне эта штука нужна для того, чтобы выбирать максимальный по приоритету найденное сообщение. Поэтому я... Ну, у Java тоже есть такая штука. Тоже мелочь, это приятно. Удобная. То есть, которая сравнивает два инта, например. Вот. И теперь в нашем грите нужно сделать всего лишь ордер, выбрать максимальный. Здесь мы берем iterables. И фильтруем. То есть фильтруем нашу штуку СК. То есть, что мы только что сделали? То есть, мы взяли нашу заранее определенную сет наших приветствий с тайм-рейнджем, с приоритетом. В данном случае он у нас при компиляции инициализируется, но на самом деле мы можем сделать это кастомно из файла, обратиться к веб-сервису откуда угодно. То есть вот эта вот штука кастомная, это самое главное нужно знать. Мы отфильтровали и оставили только те рейнджи, то есть те сообщения с теми рейнджами, которые соответствуют нашему времени. И с помощью ордера мы выбрали максимальный из них. В данном случае, то есть если мы будем брать 13.30, это будет ланч. И эту штуку мы успешно можем заменить лямбдой. Для каждого объекта сета greeting мы оставляем только те, которые соответствуют времени. Вот. И выбираем максимальный ордер и возвращаем наш месседж. Что ему не нравится. Ага, то есть так будет. Собственно. И теперь. У нас есть тест. Так, что нам говорит? Ага.
Так, show put default. Expected. Так, show. Да, это не очень не знак был. Теперь будет ланч. Оп, чудеса, заработал. И теперь, если мы захотим, сюда, допустим, добавить, что у нас там, good evening, а evening у нас будет с 16:00. Ага, тест падает. Evening. 16:00. И теперь, чтобы еще убедиться, как оно может работать. Секунду. Формат. Если что наша программа работает, мы просто в данном случае нам говорит good day world. То есть, казалось бы, задача как бы с одной стороны простая, но с другой стороны за счет вот таких вот кастомных вещей она то есть не тривиальная. Если мы захотим, допустим, сделать 13:35 до 13:40 второй ланч. Просто здесь изменяем сообщение и увеличиваем приоритет. Вот. Ну, это вот все, что я хотел сказать по поводу вот этих всяких интересных, полезных фич. И на самом деле использование этой главы, то, что я вам рассказал, то есть это верхушка айсберга. То есть я хотел именно показать вот самые такие вот интересные, вкусные вещи. И на самом деле там есть очень много чего полезного и интересного, намного больше, чем можно себе представить. То есть там есть и библиотеки для работы с concurrency, также там имеется свой кэш, там есть stopwatch для замера времени и много всего другого полезного. То есть, какие есть вопросы еще касаемо главы или Java 8 года? Ребята, у вас есть вопросы коллегам? Ну, можно у меня питание, как бы это выглядело на Java 8? А что? Чи можно на Java 8, если бы это реализовать, то можливо как-то так, таким же подходом? Чи там вже буде набагато складніше все? У Java 8, наскільки я знаю, у нього нету RNG і нету ordering. Тобто це потрібно свої костелі ставити. Но здесь, вместо вот этой штуки, давай ми його винесем. Сейчас.
такую штуку. Сейчас. Ага. То есть мы можем просто там главное, чтобы у нас был итерейбл, то есть мы можем просто сделать здесь вместо вот этого сделать стрим фильтр. Здесь будет опять-таки абсолютно то же самое. Ага, тут по идее. Maintenance time. И ну, скажем. Использовать эту штуку. Вот. То же самое абсолютно. Вот. Единственное, что в данном случае нам нужно дополнительно вызывать, то есть коллект, потому что стрим это не iterable. А iterables и print iterable, они все-таки возвращают iterable. И если вам нужно все делать в одном потоке, то есть у вас идет обертки над iterable, над итераторами. А в данном случае у вас создается стрим. Вот. То есть, ну, как бы нужно анализировать, в какой ситуации какой подход лучше. Вот. Окей, дякую. Тобто, якщо ордеринг, грубо кажучи, замінити на компаратор, то ну, теоретично так само. Можна, да, можна замінити ордеринг на компаратор, ну, опять же таки, там нужно реалізувати метод потом match. То есть можно просто. Ну, это будет как бы свой этот свой лосик. И глава, она на самом деле в этих грибах. Сейчас. То есть она весит. Весит немного. Она весит там, ну, всего то есть 2 мегабайта. Вот. Причем, то есть, как говорят Google, они ее используют во всех своих сервисах. То есть это там уже mail, это spreadsheet, хэнгауты. И на нее больше 500 000 тестов уже прошло с самого начала. Почему так много? Они используют такую генерацию тестов, свои генераторы пишут. И то есть, она штука очень надежная, очень стабильная. Вот. Единственное, в новых версиях могут появляться какие-то новые методы с аннотацией бета. Вот, то есть вот эти методы, как бы их как бы, не рекомендуют использовать, потому что они плохо протестированы. Но если аннотации это нет, то можете смело использовать все, что она предлагает. Вот. И также еще один из минусов Guava, то, что она не совсем обратно совместимая. То есть, допустим, в предыдущих версиях некоторые то есть методы, они немного переименовали, допустим. У нас был create interable from у нас был to list, раньше был to immutable list, хотя на самом деле оно делает то же самое. И некоторые другие методы, она их, которые мало используются, они как бы их выкинули и переписывали заново с помощью других методов. Но на самом деле, то есть вот та маленькая доля того, чего оно не обратно совместимое, оно очень редко используется. Вот, поэтому
Из моей практики, да, мы апдейтили главу с 13 версии до 18. Просто по всему проекту пришлось переименовать именно ту immutable list в ту лист, как бы, и все. Вот в чем заключалась вся миграция. Вот. То есть давайте посчитаем строчки кода. Все-таки же интересно. У кого есть вопросы, можете пока подумать, что можно задать. Помнит, где-то здесь в идее шоу Лайнаймер? Правая кнопка рядом с там, где MTA. Правая клавиша на линии. А, все, спасибо. То есть здесь, ну, с учетом импортов совсем у меня, грубо говоря, да, 30-32 строчки. И вспомогательный класс... тоже. То есть задача решается там 60 строчек, вот с натяжкой, тем более, если можно вот это удалить, можно еще там поудалять. Ни единого ифа, ни одного цикла, вот, все вот красивенько и изящно. Ну, а теперь продебагать всю эту изящность. А продебагать всю эту изящность. Ну окей, давай поставим брейкпоинт, где поставим? Ну там, где у тебя лямбда, например. Вот здесь, да? Давай попробуем. Сейчас. То есть вот мы зашли сюда. У нас есть greeting, текущий, 0.24. Так. И мы идем с такого. F8. Нет, я не туда нажал. Step into. Сейчас. Вот, следующий гритинг. Вот, ну и так далее. То есть абсолютно так же, если бы, то есть, мы работали с форэчами, абсолютно так же у нас бы брался бы следующий этот гритинг. То есть, ну, как видишь, как бы, в принципе, с багами нормально можно жить. Вот. Какие еще есть вопросы? Mm-hmm.